Всем привет, мои хорошие, с вами я, Roblox Миша. И сегодня я представлю топ моих любимых песен. Вот тут есть кучка небольшая. Вот, это мои любимые песни. Сегодня мы их будем слушать, и я буду говорить название, а вдруг вам залетит. Если наберет это видео 100 лайков, тогда я сниму проду. Первая песня. Так, какую выбрать? Буду выбирать с закрытыми глазами. Ну, вот эту вот. Offenbach Rocket. Вот так эта песня называется. Сейчас вы будете ее слушать. Не рокет. Очень была песня прикольная, кому залетит. Еще раз повторяю, Offenbach Rocket. Дальше. Салатик. Вот эту. Питбуль, фаербол. Вот так вот. Фаербол, питбуль, фаербол. Очень прикольная песня. Она это... Короче, там тренд. Я сейчас ее включу. Это тренд, да, я знаю, там Милана Некрасова со своими друзьями этот тренд исполняла. Ну что ж, двинемся дальше. Джудас. Леди Гага, Джудас. Включаю Леди Гага. Песня Джудас. Квадробика еще не было на этом канале. Улетели куда надо. Следующая песня. Offenbach Be Mine. Это что, и Rock Kids, только другая песня. Be Mine. Ребята, это что было? У меня там какой-то кружок появился, сори. Просто, ну дальше. Дрю Смит, Feel This Moment. Сразу скажу, это песня с моих танцев. Включаю Брюс Спрингстин.
Наконец-то! Ну и последние две, я вот эту выбрала. Деспасито, это вообще больше всего для... Знаете почему? У вас в Дэдди Янки песня Деспасито. Осторожно, детям лучше этого не слышать. Там нет матов, Категорически. Последняя называется Insane. Это хуинская песня, но я не знаю, я считаю ее за хуинскую. Дрифт 0N, Basic, альбом Insane. It's nice to meet you. Can you tell me where I am? I don't know how I got here, but I think I'm starting to understand. I don't belong among the angels, and maybe that's just fine with me. The things I did up there were high school, but now I'm going for my degree. Hey, sorry, but you just got in my way. I promise, honey, I can feel your pain, and maybe I enjoy it just a little bit. Oh, that makes me insane. Haven't been the same since I expired. Ну как вам понравилось? Сейчас будет обучалка на танец Джудас. Джудас.